Телебанер. Специальная цена. Внимание, акция. 440 прокатов телебанера на телеканале Рика ТВ. За 45 тысяч тенге. При заказе 2 месяцев проката изготовление бесплатно. Телефон отдела продаж. 220-250-222-300. На сцене Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой собрались студенты учебных заведений города и соседней области России. За кулисами ощущается волнение и чувство сопереживания. Последние приготовления и обсуждения среди конкурсантов. Эти 2 дня выбирали лучших представителей творческой молодежи, которые принимали участие в гала-концерте фестиваля. Актобе Student Fest 2018 в этом году проходит впервые. Творческий студенческий фестиваль проводился в рамках проекта «Я актюбинец». Свое мастерство по направлениям музыка, театр и оригинальный жанр конкурсанты показывали в течение 2 дней. Цель фестиваля – это привлечь молодежи к творчеству и развивать их творческий потенциал и между вузами и СУЗами как бы наладить связь. Надо отметить, что почетными гостями фестиваля творчества стала делегация из дружественной Оренбургской области Российской Федерации. Мы представляем Оренбургский благотворительный фонд «Байтерек». Приехали посетить этот фестиваль, привезли 2 коллектива. Есть у нас новый коллектив под названием «Казахи Оренбуржи». И есть народный казахский ансамбль «Жаз-Клюм», который уже давно на сцене и который знают далеко за пределами Оренбургской области. Сегодня у нас получился такой интересный микс новой группы с новым руководством и давно существующей группы. Вместе мы исполним изюминку наших казахов-оренбуржья, гимн казахов-оренбуржья. Это инициатива именно нашей местной молодежи под руководством учителя казахского языка, местных музыкантов, местных вокалистов. То есть своими силами мы смогли воплотить нашу мечту в реальность. Как признается девушка, ей приятно приезжать к нам в гости. Всегда встречают добродушные, близкие по духу и гостеприимные люди. Хочется сказать, где бы мы ни жили, куда бы нас судьба ни занесла, мы все равно единый казахский народ. Я очень рада, что существует такое государство Казахстан. В мире есть много разных национальностей, разных народностей. Очень приятно, что у нашего народа есть своя такая большая и красивая страна. Российская делегация из 10 человек представляет сразу 5 учебных заведений. Оренбургский государственный университет, педагогический, институт искусств имени Ростроповичей, Оренбургский государственный аграрный университет и его филиал в районном центре Адамовка. Хочется сказать огромное спасибо организаторам за приглашение, за то, что нас не забывают. Творческий состав собрался из вокалистов, танцоров, авторов своих собственных песен и скрипача. Я из города Оренбурга, учусь в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей. 1-й курс, отделение оркестровые струнные инструменты, скрипка, преподаватель Погодаева Наталья Олеговна. Занимаюсь скрипкой больше 13 лет, очень нравится. Парень играет на скрипке с 8 лет. Возможно, на выбор именно этой творческой профессии повлияли родные. Все-таки вся семья музыкальная. И нельзя было не вспомнить один случай из детства. Я не особо помню, но папа всегда рассказывал, что они как-то раз купили диск с
так сказать, произведениями в современной обработке Ванессы Мэй. Они включали часто дома. И когда они включали эти произведения, я начинал бегать по дому, мне это очень нравилось, этот звук скрипки. Вот. Тогда мама предложила пойти на скрипку заниматься. Я пошел, меня проверяли слух, чувство ритма. Подошел, так скажем, и начал постепенно заниматься. Хочу сказать о своей семье, то, что у меня сама семья такая очень музыкальная, я бы даже сказал. Моя мама профессиональный музыкант, баянист, закончила училище, вот, которое сейчас называется Институт Ростроповича. До этого было училище не Ростроповича, она его закончила. Вот, долгое время преподавала в школе обычной, в детском саду. Моя сестра Малика тоже училась в музыкальной школе, вот где я и учился. По классу фортепиано, закончила с красным дипломом, тоже очень хорошо играет. Все в семье поют, да. Мой папа самый талантливый человек, который я когда-либо видел. Учитывая то, что он особо так не учился. Во-первых, он профессиональный водитель, очень сильный человек, очень мудрый. Во многом меня всегда поддерживал, подталкивал. Арслан Адайбаев успела служить в армии в Центральном военном оркестре Министерства обороны города Москвы. К достаточному музыкальному опыту теперь добавится и участие в студенческом творческом фестивале. Кстати, на Актобе Студент Фест Арслан впервые увидел казахский народный инструмент кобыз. Впечатлил его внешний вид и звучание. А еще кобыз называют казахской скрипкой. На конкурсе я собираюсь сыграть произведение из кинофильма «Список Шиндлера». Ну, произведение так и называется, «Список Шиндлера». Я не знаю, кто смотрел этот фильм, не смотрел. Этот фильм про человека, который спасал много жизней во время Второй мировой войны, кто вытаскивал из концлагерей людей. Этот фильм основан на реальных событиях. Вот, и мне очень впечатлило само произведение. Очень чувственное, очень проникновенное, что ли. Наконец, настал волнующий день, когда должны озвучить имена победителей в представленных творческих номинациях. Для студентки Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова участие в такого рода мероприятии не впервые. Я Шарипа Айханым из медицинского университета Марата Аспанова. Я учусь в втором курсе факультета стоматологии. И, конечно же, конкурс прошел на высшем уровне. В Актобе очень много талантливых людей. И я пела песню в номинации «Эстрадный вокал». Все было прям отлично. Я исполнила песню, английскую песню «Russian Roulette». Все без каких-либо ошибок спели. Мне очень понравилось. Вначале сильно очень волновалась, но как увидела зрителей, все стало нормально. Айханым Шарип уже не раз участвовал в международных, республиканских и областных конкурсах. Поэтому, как опытный конкурсант, знает, что поддержка зала всегда очень важна. А на Актобе Студент Фест ей все-таки не хватило зрительской поддержки. Чего не скажешь о группе поддержки будущего летчика Асета Истая. Я курсант военного института сил воздушной обороны 3-го курса летного факультета Истай Асет. Родом с города Талдыкурган, но обучался сам в Карагандинской области, в городе Каражал. Поступил сюда в летный военный институт. Так с детства мечтал стать летчиком, ведь лучшей профессии, чем летчик, не бывает, как я думаю. В данном конкурсе участвовал по собственному желанию, так увидел объявление и
Думаю, почему бы не поделиться своим талантом с другими, и пришлось как бы так поучаствовать. Со мной была моя группа поддержки, как бы также курсанты военного института, мои лучшие друзья. И хотел бы их очень сильно поблагодарить. Они очень сильно меня поддерживали в периоде этого конкурса. И, как видите, занял второе место, очень рад, честно, не ожидал. Хотя исполнял композицию Сергея Безрукова и группы Любэ, «Березы». Думаю, наши родители все очень так тепло бы встретили эту песню. Признается Асет Естай, он был приятно удивлен реакцией зала. Значит, не зря готовился и волновался. Диплом второй категории получил по праву, чему безмерно рад. Но самая большая награда для него – это радость родителей. Честно, я отправил затем это видео своей маме, она расплакалась так и поблагодарила меня очень сильно за мое выступление. И именно за то, что я выбрал эту песню, так как это песня их детства. Хочу спасибо сказать организаторам этого конкурса. Устраивать почаще, будем поддерживать молодежь, будем так активно участвовать. Честно, в данном конкурсе очень редко можно увидеть военных людей, но как можем, так и стараемся участвовать в данном конкурсе. Кстати, наш герой, о котором говорилось в начале, гость из Оренбурга Арслан Адайбаев, получил призовое место. Жюри отметило артистизм и высокий уровень исполнения. Так прошел творческий студенческий фестиваль «Актобе Студент Фест», где коллективы и сольные исполнители из колледжей и высших учебных заведений нашего города и Оренбурга показывали свое мастерство, находили новых знакомых, приобретали новый опыт и собрали в свою копилку новые свидетельства признания их творчества.